считаем, что рост волнений в США, вызванный акциями списка, нам только на руку. Нужно форсировать ряд операций, особенно в зависимых от Америки странах. Они наверняка решат оставить своего ослабшего союзника. Данные из их тайных военных сетей указывают на попытки свергнуть власть и захватить людей на секретных объектах. Продолжаем следить за событиями. Это тот самый вход? Проверь средства защиты. Грим, ты связалась с президентом? Да, но нас не хотят слушать. Как это? Секунду, тут помощник президента. Извините, президент занята неотложными делами и не может с вами говорить. Это четвертый эшелон. Она знает. Прости, Грим. Попиваешь с президентом кофеек и считаешь себя важной шишкой? Учти, у меня есть связи в Конгрессе. Ты угрожаешь мне? Нет. Дай мне президента, если дорожишь работой. Теперь угрожаю. Президент Колдуэлл, мы считаем цель Садика — бункер зоны F в аэропорту Денвера. Да, у него там были агенты. Садик взял бункер, и у него якобы есть химическое оружие. 2 часа, и мы будем там. Нет, вам пора домой. Что? Положение под контролем. Бункер уже полностью отцеплен войсками. Садик готов к переговорам, если его условия... Из каких это пор Америка торгуется с террористами? В его руках несколько высших государственных служащих, в том числе министр обороны. Садик не простой вымогатель. Он гораздо выше этого. Свободный мир не полагается на инстинкты. Вы вне игры, а я нет. Данная вам 5-я свобода – не оправдание личной мести. Мы держим все под контролем. Это ведь западня! В последний раз, Фишер. Я запрещаю взлет Паладину. ВВС собьют любой самолет на подходах к Денверу. Я обязан помешать Садику, но... один я не справлюсь. Летим в Денвер. Летим в Денвер. Летим в Денвер. Грим, мы сможем как-нибудь проскочить сквозь ПВО Денвера? Там сейчас метель. Незаметно подлетим, затем сбросим высоту. Чарли поможет мне подготовиться. Да, Грим, конечно. Что? Повтори. Сэм, пилот отказывается лететь в Денвер. Так гони его. Тащи Кобина. Тебя превосходят числом и оружием, а жизнь заложников сохранить надо. Газовые гранаты и трикоптер – твой лучший выбор. Удачи! Кобин, что у нас? На опознавателе светимся, как солнце. Электронику я беру на себя. Ты, главное, нас посади. Мы подберемся поближе. Группа Дельта близко и готова задать нам трепку. Так, а это уже плохо. Обнаружили вторичные цели? Да, системы связи, защиты и жизнеобеспечения управляются с контрольного поста. Я переделал вирус инженеров и скинул вам на флешки. По одной в каждую систему, и бункер блокируется. И мы, кажется, знаем, что нужно Садику. Там автономная система, но в ней есть дыра. При запуске программы сохранения правительства вся важная информация дублируется в бункере. За ней Садик и лезет. Надо доложить президенту. Переговоры могут прослушивать. Работаем молча. Притягивайтесь, мы ниже зоны радаров. Из-за тебя нас убьют. Ну, а теперь вырубаем свет. Процесс на Регу. Готовы? Пошли. Что теперь делать? Молись.
Это Чарли. Спецназ уже здесь, значит, времени в обрез. Идите к метеостанции. Там управление вентиляцией бункера. Если попадете в шахту, считайте, вы уже в бункере. Там возьмете 3 флешки, что я вам дал. Запустите вирус в систему. Командным пунктом. Это Чарли. Спецназ уже здесь, значит, времени в обрез. Идите к метеостанции. Там управление вентиляцией бункера. Если попадете в шахту, считайте, вы уже в бункере. Там воткнете 3 флешки, что я вам дал. Запустите вирус в систему. Под командным пунктом. Это Чарли. Спецназ уже здесь, значит, времени в обрез. Идите к метеостанции. Там управление вентиляцией бункера. Если попадете в шахту, считайте, вы уже в бункере. Там воткнете 3 флешки, что я вам дал. Запустите вирус в систему. Под командным пунктом есть технический этаж. Оттуда можно все заблокировать. Я обнаружен! Я гражд... Это Чарли. Спецназ уже здесь, значит, времени в обрез. Идите к метеостанции. Там управление вентиляцией бункера. Если попадете в шахту, считайте, вы уже в бункере. Там вам эти 3 флешки, что я вам дал. Запустите вирус в систему. Под командным пунктом есть технический этаж. Оттуда можно все заблокировать. Эй, парни, я безоружен! Я гражданский и безоружен! Ничего. Thank you.
path to get it. Nobody's gonna be able to stop Snake Don now. It's as good as done, and then we're gone. Who's there?
архивов министра обороны. Если Садик вскроет файлы, надо ему помешать. Любой ценой. Действую. Стоять! Не с места! Воздух не подается. Что там у вас? Вентиляция отключена. Мне нужны не проблемы, а решения. Что у нас там с заложниками? Так. Вы же сделаете, что от вас просят. Доступ тебе не получить. Ты уничтожишь Америку. Начнешь войну. На войну мне наплевать. Мне нужно самое важное оружие. Информация. Тише, тише. Просто расслабьтесь. У вас теперь нет выбора. Все, что вы можете, это потерпеть и сломаться. Пошел ты! Кто-то проник в бункер. Скорее всего, спецназ. Давай безымянный. Нет, 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 нет! А ты очень упрямый. Где Фишер? Уже близко. Оставишь меня в командном пункте? Чтоб ты связался с командой. Я похож на идиота? Скрутить его. Не люблю я подкожные рации. Как протезы. Фишер, у меня ваш дружок. Уходите, и я его не трону. Ведите его. Фишер его не оставит. Надо перевести заложников. Прошу! Браво! Не заложники надо. Почти у тоннеля. О, боже, прошу! Нет, помогите! Ты что, совсем сдурел? Он же откинется! Передай мне тот жгут. Примись за другую руку. Нет! 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 Не надо! Нет! Сделайте! Что просим, и все. А не то лишитесь пальцев, лишитесь ушей. А может, зубов? Нет, я все сделал. Могли бы сохранить руку. Копируйте файлы. Нет, нельзя! Мне очень жаль. Очень неосторожно. Ты в него не выстрелишь. Отнюдь. Собрался его убить? У тебя кишка тонка. Извини. Нет! Поведешь нас к самолету.
Поднять его! Это Маджид Садик. Бункер зоны F находится под нашим контролем. Мы выходим с заложниками. Мы отпустим их, если дадите нам уйти. Любая провокация, и они все будут уничтожены. Давай его мне. Осторожно. Там полно снайперов. Они только и ждут наши ошибки. Знаю, ты не ответишь, Сэм. Но им нельзя дать уйти. Останови их любой ценой. Самолет надо полностью зачистить. Всех, кто есть на борту, убьют. Сэм, Брикс ранен. Садик убегает. Ты же ранен. Кончи его, Сэм. Черт! Грим! Врача к Бриксу! Быстро! Это конец! Мы ведь только начали! Черт! Где же ты? Лучше б ты сбежал! Все кончено. Думаешь, все дело во мне?
Ведь дюжина стран стоит за инженерами! И за мной! Ты готов к дюжине войн? Убей меня! Убей! И они восстанут! Отправь меня на суд! И я расскажу все тайны, что знаю! Я уже победил! Всегда есть и другой путь. Так, и сколько здесь патронов? В основном в магазине 20 штук. Осторожней с пушкой, мы вообще-то в самолете. Расслабься. Эй, Брикс! Что это? Пушка. Так, а почему он не в клетке? Я рад тебя видеть, Брикс. Он рассказывал мне об оружии. Похоже, я теперь в команде. Ага, мечтать не вредно, Кобин. С возвращением, Брикс. Рад тебя видеть, Грим. Ну, что у нас? Официальное заявление. Силами США проведена операция, в которой убит Маджид Садик, лидер террористов, называвших себя инженерами. Первый раз говорю с мертвецом. Кто ты? Начнем сначала. Мы благодарны отважным людям, которые сумели найти и предать суду террористов. Мир не узнает о них. История забудет их имена. Но их жертва не забудется никогда. Вик. Ну что, ты вернулся в ЦРУ? Не. Хочу работать с вами, если ты не против. Совершенно не против. Да. Кто же еще будет спасать твою задницу, взятую в заложники? Зато я пули не ловлю. Я б тебя из дыркой вынес. Отлично, Брикс. Я готов на все, босс. Ты только свистни. Грим, что удалось узнать об инженерах? Мы сопоставили данные СМА и то, что вы с Бриксом узнали в Денвере. Многое прояснилось. Мы знаем, насколько велика их сеть. Ответишь на один вопрос, появляются новые. Садик подошел к делу очень масштабно. Хорошо, что ты его обезвредил. Не я, а команда. И во многом это твоя заслуга. Спасибо. Меня ждут дела. Забыл, что ты не любишь комплименты. Спасибо. Поговорим позже. Привет, пап. Привет, малыш. Как ты там? Нормально. Только что избавилась от остатков индейки. Вот из-за них-то я и не приехал. Все налаживается? Вроде бы. Бензин дорожает, у авиакомпании проблемы.
ничего нового. Но витрины больше никто не разбивает кирпичами? Уже нет. Рад это слышать. Мне пора, малыш. Береги себя. И ты тоже, пап. Эй, Чарли, отличная работа, парень. Спасибо. Мы у тебя в долгу, вся команда и Вик. Ну, я правда очень рад. Еще 5 секунд можешь радоваться, а потом живо принимайся за работу. У нас ее много. Да, добрый ты у нас, Сэм. Посылки окупили старицы, Сэм, мы получили. Отлично, Чарли. Спасибо, что не выпер меня. Кобин. Ну, я тебе изрядно помог. Может, пора меня отпустить? Нет, ничего не попишешь. Сам виноват. Да брось, я спас самолет, кинул своих клиентов. Что не так? Вот-вот. Ты оказался полезен. Посидишь пока тут. Ты шутишь? Почти. Сам не думал, что так выйдет. Так, значит, я теперь в команде? Ты не настолько полезен. На этом все. Погоди, куда ты? Мы не обсудили условия! Эй, вернись! Кобин. Эй. На этом все. Пока.